Ребята, всем привет! Мы хотим сегодня вам рассказать про то, как правильно забивать сарму. Меня зовут Лёша, это... Женя. Мы амбассадоры сармы, и мы точно знаем, как правильно забивать сарму. Забивать мы будем один из новых вкусов, которые появились совсем недавно. Это холодный чай. Берем пачку, открываем, берем пакет, передаем его Жене. Открываем пакет. Первое, что я посоветую, это обязательно перемешать. То есть, будь у нас он в пачке, будь в контейнере, это все нужно тщательно и качественно перемешать. Это обязательно нужно сделать для того, чтобы табак был нужной консистенции, чтобы количество сиропа и самого табачного листа оно было равномерным. Так что мы все перемешиваем. Первое, что возьмем прямоточную чашку? Да, первую прямоточную. Вот такая у нас чашечка. На ней написано «Сарма». Вот. Перемешиваем и рыхло и воздушненько закидываем в чашку. Каких-то особых там, знаете... Каких-то технологий прямо суперских мы сейчас не будем показывать, все стандартные забивки. То есть будет стандартная забивка на чашке типа турка и будет стандартная забивка на чашке типа фану. То есть вот этого, я думаю, даже будет более чем достаточно. Можете использовать какие-то либо приборы, если они у вас есть, шило, вилка или что-нибудь еще. Это или это может быть просто ваши руки. Все, мы это разравниваем. Делаем такой большой и в центре сделаю так. При забивке сармы мы всегда рекомендуем либо делать отступ, либо допускать небольшое касание. Не рекомендуем делать какие-то сильно высокие касания, чтобы прямо с горочкой был табак. Это не очень хорошо для сармы и вообще, наверное, на мой взгляд, с любым табаком не рекомендуем так делать. Теперь берем чашку фанал. Про чашку фанал тут также, опять же, можно забить по-разному. Ну, то есть два варианта забивки. То есть первое, это мы забиваем воздушненько. Все это воздушненько укладываем. Это же многовато, но... Многовато, но ничего страшного. Это допускается. Да, ничего страшного. Мы это все можем воздушно забить. То есть и немного потом подприжать верхний слой, да. Чтобы когда вы поставите call-out, call-out буквально вот только своими пупырками касался табака. Да, опять же, можно сделать прям супер плотную забивку. Тоже имеет место быть, можно это сделать, в принципе, то есть тогда мы получим еще более мягкое курение. Но здесь мы сделали, то есть воздушно и чуть немного вот так прижимаем верхний слой. Если, ну, сделать, опять же, более плотную забивку, мы немного потеряем в крепости, в плане того, что табак будет куриться чуть легче. Но будет более мягкое курение, так скажем. Вот такие вот две стандартные забивки. На любую из этих чашек вы ставите call-out с четырьмя углями внутри, греете 5 минут. Ну, очень важно прогреть именно 5 минут. Когда сарму не догреваешь, бывает какой-то негативный эффект в плане там, удара по горлу. Поэтому мы всегда настоятельно рекомендуем хорошо прогреть чашку. Да, и тогда вы получите максимальную выжимку вкуса и комфортное протекание курения, так сказать. Вот. Да, это очень был короткий выпуск про то, как нужно правильно забивать сарму. Мы не показывали ничего удивительного. Я думаю, все эти забивки вам уже знакомы. Просто мы показали, как делаем их мы. Вот так. Всем спасибо, что посмотрели этот выпуск. Да, подписывайтесь на наш канал. Здесь будет много разного контента, связанного с нашим брендом. Вот, мы будем показывать разные забивки, будем также уходить в какую-то миксологию с нашим продуктом и с другими продуктами, поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии и не забывайте про колокольчик. Всем большое спасибо, пока-пока.